Какая краска лаурел лучше подойдет вашим волосам, выбираем оттенок из палитры. Лаурел Омбер линейка Омбер помогает с легкостью добиться эффекта выгоревших на солнце пряди, не посещая салон красоты. Теперь у женщин появилась возможность выполнить окрашивание шевелюры в ультрамодной технике всего за 25 минут, без особых трудностей. В комплекте к каждому идет специальная расческа, благодаря которой достигается размытый переход оттенков. Стоимость такого набора варьируется в пределах 400-450 рублей. Серия насчитывает 5 средств. Тон номер 1 от светлого до темно-каштанового, тон номер 2 от темно-русого до каштанового, тон номер 4. От светло-русого до русого, тон номер 7, 4, медный, тон номер 6, 66, красный. Лаурел XL Lens Cream коллекция серии XL Lens Cream обеспечивает не только насыщенный и стойкий оттенок шевелюры, но... И гарантирует полноценный профессиональный уход. Состав препарата наполнен прокератином, керамидами и молекулами инновационного активного компонента Иони наджи. Все они оказывают лечебное, восстанавливающее действие. После покраски локоны выглядят идеально, они живые и шелковистые, мягкие и крепкие. Уникальные средства стоят всего 280-300 рублей. Средства для окрашивания лореаль можно применять на всех типах волос, в том числе и седых. В любом случае цвет будет выглядеть естественно и удивит ослепительным блеском. Палитра XL Lens Cream включает 34 оттенка, подробнее их вы можете увидеть на фото. Laurel Sublimus серия красок Sublimus – это революционный и абсолютно новый подход к изменению цвета. Легкая, воздушная, как мусс, текстура, средства быстро, а главное, равномерно распределяется по всей длине. Препарат приятно пахнет, несмотря на присутствие в нем частиц аммиако. Результат покраски продержится больше месяца. Стоимость мусса 300 рублей. В палитре линейки всего насчитывается 25 тонов от очень светлого блонда до самых темных цветов. Каждый из цветов выглядит натурально и изысканно. Лаурел Кастинг Крем глосс Кастинг Крем глосс это вариант безамячной крем-краски. С нею риск пересушить пряди сводится к минимуму. После процедуры локоны ослепляет здоровым блеском, упругие, гладкие. Крем-краска также идеально подходит для тонирования корней. В комплекте к красящим компонентам идет бальзам на основе маточного молочка. Он отлично укрепляет волосяной стержень и гарантирует в 4 раза больше блеска. Локоны становятся словно шелковые. Радует пользователей и богатая палитра цветов. Если вы окрашиваете локоны впервые, начните именно с этого средства. 39 уникальных тонов, в том числе пепельный в нескольких вариациях, роскошный выбор каштановых и шоколадных оттенков. Одним словом, вы обязательно выберите подходящий. Цена средства 300-350 рублей. лаурил Glam Light S. Крем краска Glam Light S создаст на волосах эффект милирования. Состав, богатый на инновационные компоненты полимеры и натуральные питательные компоненты, обеспечит глубокое изменение цвета и бережный уход. После покраски вас удивят многогранные переливы тонов, порадует легкость и шелковистость прядей. В палитру коллекции пока входит только два вида средств. Glam Light S номер 2 от светло-русых до темно-русых. Glam S номер 3 от темно до каштановых. Лаурил Продиги с каждым днем бренд лореаль не перестает удивлять своих почитательниц. Очередной шедевр коллекция Парадиги. Изюминка серии в том, что окрашивание выполняется микромаслами, а агрессивно мяг замененный тоноламин. Остаться равнодушным к результату покраски этим препаратом невозможно. Будьте готовы, что без внимания вы не останетесь. После покраски волосы настолько переливаются и сверкают, что безвольно обращают на себя тысячи взглядов. Рекомендуем прочесть, как выбирать безымячную краску для волос обзора лучших компания разработала 18 натуральных ярких тонов от платинового до обсидианового. Покупка крема краски со слепительным блеском обойдется в 250 рублей за упаковку. Лаурел Кастинг Санкист Джели серия гелей осветлителей Кастинг Санкист Джели используется для относительно безопасного осветления волос. В качестве активного вещества используется перекись водорода, действий, которой смягчает комплекс масел и полезных полимеров. По утверждению разработчиков, формула препарата осветляет и удерживает новый тон в структуре. Правда, не надейтесь кардинально осветлить шевелюру, всего 1-2 уровня. В коллекцию вошли только три препарата, 01 для русых и светлорусых, 02 для русых и темнорусых, 03 для темнорусых и светло-каштановых. Как использовать средства алгоритм окрашивания шевелюры Краска Лореаль очень простой, внимательно изучите инструкцию которую производитель прилагает к продукции. Подготовьтесь к процедуре, сложите инструменты краску поближе при необходимости, проведите смывку темных волос, выполните тест на аллергию. Наденьте старую одежду, либо укройте плечи полотенцем, чтобы не окрасить наряд. Краситель добавьте в тюбик с проявляющим молочком. Без резких движений хорошо перемешайте состав, для этого тюбик переворачивайте некоторое время. Распределите смесь на прикорневую зону и область сединой. Через 5-10 минут нанесите состав на оставшуюся длину прядей. Хорошенько вотрите смесь в локоны. Укутайте голову в целлофан. Через время, указанное в инструкции, но не более 30 минут, вспиньте средства. Для этого намочите руки и помассируйте локоны еще раз. Смойте крем-краску очищенной водой, затем шампунем. Для закрепления цвета воспользуйтесь бальзамом, сывороткой, которая также идет в комплекте краски. Спустя некоторое время, 2-3 минуты, ополосните шевелюру. Многочисленные отзывы о продукции L'Oreal не оставляют даже капли сомнения в профессионализме ее создателей. Этот бренд продолжительное время радует яркими и утонченными цветовыми решениями, легкостью и простотой проведения покраски дома, а также доступной ценовой политикой. Выглядеть неповторимо и стильно вам помогут современные техники окрашивания волос, шатуш, скрытое окрашивание, покраска в два цвета, балайаж, колорирование, техника, растяжка цвета, полезные видео осветления волос дома с краской Лаурил Casting Cream Gloss. О достоинствах продукции. Краски от лореаль относятся к разряду самых востребованных средств для окрашивания локонов. С оттенками, предложенными этой компанией, вы придадите образы изысканности и особого шарма, замаскируете проявляющийся седину или кардинально измените цвет прядей. Ведущим стилистам, известным актрисам Голливуда, мировым поп-дивам и обычным женщинам продукция компании «Лаурел» для окрашивания волос полюбилась, благодаря таким ее качествам, инновационная формула средства, которая богата на витамины и питательные компоненты. Процесс окрашивания проходит без повреждений, пересушивания и потери здоровья шевелюры в дальнейшем. Эксперты бренда постоянно совершенствуют состав, чтобы свести к минимуму вредное воздействие от химических ингредиентов краски. В состав входит УЭ-фильтры, чтобы защитить лука от солнца после окрашивания. Они также сопутствуют сохранению насыщенности цвета подольше. Палитра крем-красок Лореаль наполнена натуральными, яркими и модными тонами. Для блондинок, шатенок и брюнеток здесь, безусловно, найдется подходящий вариант, средства отлично закрашивают седину. Даже длинноволосым модницам краска лореаль покажется экономичной, с продукцией от лаурил удобно работать, в меру густая. Текстура не дает красящему составу растекаться во время покраски, в наборе с красителем идет специальный многокомпонентный бальзам. Он реанимирует ослабленные локоны, делает их шелковистыми и ухоженными. Результат от окрашивания радует стойкостью до 8 недель. С такой краской отпадает необходимость посещать салон красоты. Окрашивание можно провести и самостоятельно дома, доступная. Стоимость профессиональной продукции. Коллекция красок компании L'Oreal предоставляет своим клиентам несколько коллекций красок. Каждая из них позволяет добиться максимум цвета при правильном применении. Что же это за серии? Реситалпе. Референс. Умпер. Иксел. Лэнс. Крем. Сабли. Мус. Кастинг. Крем. Глосс. Глам. Лайт. СП. Радиги. Кастинг. Санки. Джелли. Лаурел. Реситалп. Референс. Серия. Реситалпе. Референс от Лореаль. Это шедевр от известного бренда и, пожалуй, самая популярная крем-краска. Коллекция отличается стойкостью цвета, благодаря крупным молекулам красящего вещества. Объемность части красителя позволяет им дольше задерживаться внутри волосяного стержня, поэтому частого обновления оттенка не требуется. Уникальная формула препарата также включает масляный экстракт лаванды, который наполняет волос во время окрашивания питательными компонентами. Стоимость одной упаковки средства обойдется около 400 рублей. Палитра крем-красок L'Oreal Preference содержит порядка 40 оттенков. Из них 15 натуральных тонов эксперты приготовили специально для блондинок, а для рыжеволосых девушек и любительниц огненных оттенков. Компания предлагает 6 модных вариантов. В этой же палитре найдется масса вариаций для обладательниц темных и каштановых локонов. Как использовать средства? Алгоритм окрашивания шевелюры красками L'Oreal очень простой. Внимательно изучить инструкцию, которую производитель прилагает к продукции. Подготовьтесь к процедуре, сложите инструменты краску поближе при необходимости, проведите смывку темных волос, выполните тест на аллергию. Наденьте старую одежду, либо укройте плечи полотенцем, чтобы не окрасить наряд. Краситель добавьте в тюбик с проявляющим молочком. Без резких движений хорошо перемешайте состав, для этого тюбик переворачивайте некоторое время. Распределите смесь на прикорневую зону и область сединой. Через 5-10 минут нанесите состав на оставшуюся длину прядей. Хорошенько вотрите смесь в локоны. Укутайте голову в целлофан. Через время, указанное в инструкции, но не более 30 минут, вспиньте средства. Для этого намочите руки и помассируйте локоны еще раз. Смойте крем-краску очищенной водой, затем шампунем. Для закрепления цвета воспользуйтесь бальзамом, сывороткой, которая также идет в комплекте краски. Спустя некоторое время, 2-3 минуты, ополосните шевелюру. Многочисленные отзывы о продукции Л'Ореаль не оставляют даже капли сомнения в профессионализме ее создателей. Этот бренд продолжительное время радует яркими и утонченными цветовыми решениями, легкостью и простотой проведения покраски дома, а также доступной ценовой политикой. Выглядеть неповторимо и стильно вам помогут современные техники окрашивания волос шатуш, скрытое окрашивание покраска в два цвета, балаяж, колорирование, техника, растяжка цвета, полезные видео, как покрасить волосы, с полиференс. Осветление волос дома с краской Laurel Casting Cream Gloss.